рука об руку. Помимо того, что мы трудимся, мы общаемся, шутим. Вместе в профессиональное будущее. Как-то войти во взрослую самостоятельную жизнь. Где молодежь приобретаются новые навыки в плане коммуникации. Зарабатывают первую копейку. Я пришел сюда, чтобы показать родителям, что я могу зарабатывать деньги. Где открываются горизонты. В нашем учреждении образования впервые работает студотряд. И сбываются мечты. Мне хотелось более детально рассмотреть больничную жизнь изнутри. Смотрите прямо сейчас. А строй отряды уходят дальше, а строй гитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. В 1974-м на строительство Байкало-Амурской магистрали отправился первый всесоюзный ударный комсомольский отряд. В Восточную Сибирь рвались со всего Советского Союза. Благодаря самоотверженности молодежи в тайге были построены основные тоннели, мосты, разъезды и множество других инженерных сооружений. При этом на большой стройке кипела культурная жизнь. Участников поддерживали певцы, поэты, артисты. Посреди тайги проходили выставки картин из Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея. Молодые люди обзаводились семьями, вдоль магистрали появлялись города. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Слышишь, время гудит, Спустя полвека белорусские студенческие отряды – неотъемлемая часть жизни рабочей молодежи. Тысячи парней и девушек рвутся занять свое свободное время в компании таких же дружных и целеустремленных. Наша страна первая на постсоветском пространстве с 2005-го на госуровне законодательно поддерживает ребят. Студенческие отряды набирают большую популярность, потому что это не только способ заработать, но еще обзавестись новыми знакомствами, получить новый опыт в работе, заработать деньги, как-то войти во взрослую самостоятельную жизнь. В Бобруйске у нас есть городской штаб студенческих отрядов. Мы занимаемся организацией студенческих отрядов на различных предприятиях, на различных организациях, учреждениях образования, школах. В каждом студенческом отряде, который приступает к работе, проводится акт мониторинга студенческого отряда. Проверяется деятельность студенческого отряда, проверяется, как соблюдается техника безопасности, как соблюдается ли технологические перерывы, которые должны быть, соблюдается ли охрана труда. За трудом и заработком студенческие отряды в топе у бобруйской молодежи. На сегодняшний день в городе отработали либо продолжают работать 500 ребят. И до окончания третьего трудового семестра планируется трудоустроить еще порядка 300 бойцов. Популярность студенческих отрядов настолько велика, что в этом году мы впервые даже сформировали 2 сервисных студенческих отряда из числа учащихся общего среднего образования. Если сейчас собрать всех ребят, которые работают на предприятиях нашего города, то получится такой неплохой трудовой десант. Работа в студенческом отряде – это прекрасная практика, возможность заработка, а также новые знакомства. Не онлайн, а реалити. Каждому яблоку место упасть. Профессии на любой вкус – производственных, строительных, сельскохозяйственных, медицинских, педагогических, сервисных, волонтерских и экологических. Ребята задействуются в республиканских и международных проектах. Так, 42 бойца работают на одном из крупнейших предприятий – МАЗ. 17 девушек отправились в детский лагерь в Краснодарский край. На нашей базе уже не первый год работают студенческие отряды. В данном году работают студенческий отряд в количестве 8 человек. И все лица, которые работают в этом отряде, распределены между различными отделениями. Как правило, это отделение и терапевтического, и хирургического профиля. В больнице скорой медицинской помощи познает азы студотряд Бобруйского медколледжа. Для студентов это экскурс в профессию. Работа всем нравится, все довольны, также у всех коллектив хороший. Я работаю уже второй год в офтальмологическом отделении. Коллектив очень хороший, добрый. Если нужно, то помогут. Я пошел в студотряд, потому что это очень увлекательно. Это дает очень много перспектив и возможностей в будущем.
Это также отражается в характеристике, и очень интересно знакомиться с многими ребятами. Много есть возможностей путешествовать по стране, много можно увидеть. Мне помогает это то, что студенческий медицинский отряд дает возможность вот работать летом в больницах, то есть это получить опыт. Ребята очень ответственные. У нас радует, что у нас из 8 человек 4 мальчика, 4 девочки. Мальчиков хочется отметить, что не теряются, не боятся работы никакой. Со своими должностными обязанностями справляются очень хорошо, быстро учатся. Это очень хороший опыт наработки навыков профессиональной деятельности. Вот, например, даже это очень хорошо помогает им узнать работу больницы изнутри. То есть не в теории, а как оно есть на самом деле. Широкий спектр. В бобруйских медучреждениях работают 7 узконаправленных групп. 6 девушек трудятся в центральной больнице. Условия все те же. Рабочий день с 8 до 16, обязанности младшего персонала. Разница лишь в закрепленных отделениях. В БЦБ бойцы помогают в травматолого-ортопедическом и хирургическом. Помогаю пациентам, транспортируем пациентам на УЗИ, КТ, МРТ. Мне хотелось более детально рассмотреть больничную жизнь изнутри, ну и чем-то занять себя летом. На базе нашего лечебного учреждения уже не первый год трудятся студенческие отряды, в которых и девушки, и парни принимают активное участие. В этом году тоже к нам пришли молодые девушки, которые мы очень довольны их работой. Они трудолюбивые, ответственные, с пониманием относятся к своей работе, доброжелательные, всегда придут на помощь медицинскому персоналу, пациентам, никогда ни в чем не отказывают. Они будут, конечно, и дальше в своей профессии на нужном уровне. Они смотрят и наблюдают, видят нашу работу медицинских сестер, вливаются, интересуются, поэтому я бы была довольна видеть их у нас на рабочем месте. Следом за мечтой. Какой взрослый не хотел бы окунуться в детство? Такая уникальная возможность есть у студотрядовцев. Одна из самых популярных баз для отдыха и работы юных бобруйчан – оздоровительный лагерь «Мечта». Бойцы там ежедневно на страже питания. Отряд состоит из 12 человек. Половина из них – это уборщики, а половина – повара. Кухонные работники. Работа очень разнообразная. Для поваров это очень важно. Это опыт труда, особенно в таких вот лагерях. Тут работает тяжело, быстро, и ты быстро привыкаешь к кухонной профессии. К нам подошла куратор, спросила, кто хочет поехать в лагерь подработать. Ну, естественно, я согласилась, чтобы какой-то опыт появился у меня. Приобретаются новые навыки в плане коммуникации, общения, допустим, с детьми, с отрядом, с которым ты работаешь. Я пришел сюда, чтобы показать родителям, что я могу зарабатывать деньги, и в этом нам тут отряд поможет, чтобы другие молодые люди могли тоже прийти и показать себя. С любовью к детям. В лагерь приходят работать и те, кто видит свое профессиональное становление в роли педагога. В «Мечту» учащиеся колледжа имени Ларина приехали в качестве воспитателей. В педагогическом студотряде «Стоп-гультай» 5 человек. Все они приехали с рьяным желанием работать, приобретать профскиллы. Мы, воспитатели в отряде, следим за тем, чтобы дети отдыхали, веселились вообще, хорошее настроение и воспоминания, что были. Когда-то раньше я здесь сама отдыхала, 3 раза вообще всего, но лагерь запомнился с душой, воспитатели были хорошие, и пошла я как учиться воспитателем, и вот посчастливилась, и я стала воспитателем здесь, 2-й раз уже как, и мне нравится. Именно здесь ты работаешь в студенческом отряде, ты работаешь, опыта набираешься, общаешься с людьми, а сам что-то проанализируешь этим. Про такую возможность мне рассказали в моем колледже БГК имени Аи Ларина, то, что можно подработать и набраться опыта в лагере «Мечта». Было очень много эмоций, потому что для меня это первый раз, я первый раз в этом лагере. Вот, все для меня было новое, и как бы было очень трудно на самом деле первоначально, было страшно, что я не справлюсь со своими обязанностями, потому что заполнение документации, общение с детьми, для меня это было все первый раз. Я очень давно хотела попробовать себя в роли вожатой, роли воспитателя, и я давно, люблю детей на самом деле. Вот, дети для меня это как что-то, родное. Возможно, появилось благодаря нашему колледжу БГК имени Ларина. Они предложили нам поработать,
Я думаю, почему бы и нет. Трудностей было очень мало. Дети очень хорошие. Девочки огромные молодцы, у них все получается. Самое главное – это любовь к детям. Они максимально открыты, они стараются везде успеть, помочь нам в первую очередь в работе, ну и проявить свои какие-то творческие навыки, поэтому 10 из 10. Труд со школьной скамьи. И хотя в основном бойцами становятся учащиеся учреждений высшего, среднего, специального и профессионально-технического образования, школьники также приобщаются к труду. Ребята из 34-й школы в этом году впервые окунаются во взрослую жизнь. 5 человек прошли отбор и приступили к делу. Далеко ходить не надо. Работа на благо родной альма-матер. Вообще это удивительная возможность. В нашем учреждении образования впервые работает студотряд. До этого такого опыта не было. Предложение БРСМ поступило о том, что мы можем организовать такой отряд, и мы с удовольствием его приняли. Работу выполняют качественно, добросовестно, стараются. Наравне с подопечными. Примечательно. Вместе с детьми в одном ряду стоит молодой специалист, учитель русского языка и литературы Диана Жандарова. Одной командой они пропалывают траву в межплиточных зазорах, ухаживают за цветочными насаждениями. Такой возможности она была рада в первую очередь из-за педагогического интереса. Совместный труд – особый коннект с учениками. На самом деле я люблю детей, поэтому трудностей не возникает. Помимо того, что мы трудимся, мы общаемся, шутим. В общем, комфортная атмосфера в отряде, поэтому ходим сюда с удовольствием каждый день. Это сплочает нас и, конечно же, дает мне какой-то опыт в дальнейшей педагогической деятельности. Профориентационная практика. Если сравнивать направленность профилей по количеству отрядов, самыми популярными становятся строительные и производственные. Что неудивительно, в Бобруйске достаточно специализированных учебных учреждений и промышленных предприятий. Вторые всегда рады принять бригады. На Таиме такая практика давно стала традиционной. Все узнал от колледжа, насчет отряда, предложили пойти на Таим, я согласился. Я калибрую детали, проверяю на них резьбу и годность детали. Еще я работаю на фрезерном станке, фрезерую детали и слаживаю их в ящик. Я думаю, что обязательно поможет, как при поступлении на высшее обучение, все вот эти вот учеты, так и в принципе на работе. Это очень хорошее знание. Даются здесь, грамотно объясняют. Я думаю, что в следующем году я тоже пойду работать на ООО «Таим». Если честно, они очень ответственно подходят, они большие молодцы, большое подспорье для нашего предприятия, тем более в летний сезон отпусков. Многие наши работники находятся в трудовом отпуске, и поэтому это большое подспорье для нас. А подходят очень ответственно и материально заинтересованы, зарплата у них довольно-таки на высоком уровне. Строительные будни. На Бобруйском заводе ГПД работает бригада из 12 парней и девушек. Студотряд активно знакомится с направлением будущей профессии. Ежедневно ребята помогают сотрудникам предприятия, поддерживают чистоту и порядок. Азы и дисциплина – фундамент будущего строителя. В нашу трудовую деятельность входит уборка прилегающих территорий, в принципе, помощь, если нужна в цехах, дрова перенести, все по мелочи. Хватает работы. Из полезного развил навыки коммуникации, потому что общение с, в принципе, со сверстниками, с начальством, с другими рабочими, все на равных. Пришел я сюда, чтобы, так сказать, подработать летом, чтобы не сидеть дома, не сидеть у родителей на шее, чтобы иметь свои карманные деньги. Как бы свои личные навыки приобрел там в уборке. Даже в стройке, которая может помочь в быту. В течение месяца у нас работал строительный отряд, который выполнял работы по уборке, благоустройству территории. Ребята свои задачи выполнили, получили опыт и посмотрели со стороны, как работает строительная отрасль. Я думаю, в процессе дальнейшей их работы
жизненного пути, им поможет тот опыт, который приобрели у нас на предприятии. Сладкая работа. 15 учащихся аграрно-экономического заняты на красном пищевике. Больше рук – больший охват. Обязанности распределены по бойцам. Кто-то раскладывает зефир по коробкам, кто-то следит за конвейером с дрожжей и мармеладом. Хотела получить какие-то новые умения, развиваться в чем-то и попробовать что-то новое. Во-первых, можем узнать много нового здесь. Во-вторых, когда есть свободное время, мы можем подзаработать так. На сегодняшний день мастера цехов, старшие бригадиры очень довольны их работой. Они сказали, они с большим энтузиазмом приступают к любому заданию, которое бы им не давали. Поэтому я считаю, что наши студотряды очень, и дети интересные, и хорошие, и готовы к общению. Работа со студотрядами стала доброй традицией для ДЭПа. Ежегодно предприятие принимает десятки бойцов. Работы, как всегда, много. Этим летом молодежь помогает преобразить один из самых отдаленных районов города. Обновление пешеходных дорожек по Кирову в самом разгаре. Здесь парни из индустриально-строительного укладывают плитку и выполняют ряд других работ. Присматривают за ними старшие сотрудники. Мы очень тесно взаимодействуем с нашим Бобруйским индустриально-строительным колледжем. Ребята работают у нас и на студотряде, и на практике. И в дальнейшем, после окончания, они приходят к нам, как молодые специалисты, наработать. И они себя уже, эти ребята, чувствуют более уверенно уже на работе своей. Вот в этом году мы приняли 10 молодых специалистов, которые работали у нас в студенческих отрядах, которые проходили у нас практику. И вообще, студенческий отряд, первая работа, это как первая любовь, она не забывается никогда. Носим плитку, укладываем ее, подсыпаем. В следующем году тоже планирую пойти в студотряды, чтобы подзаработать. Забота о биосфере. В Брошском лесничестве вовсю трудится студотряд «Процовитые мурашки». Молодежная бригада из 14 девушек работает в лесопитомнике хозяйства. С работой прекрасный пол справляется на ура. В арсенале – прополка, посадка и уход за растениями. Я учусь в БГК имени Айя Ларина, на воспитателя. Попала я в студенческий отряд, поскольку мы хотели все подработать. Нас отправили в лесхоз, мы оформили документы, попали сюда. Это очень весело и нас более сплочает. Когда вышли с автобуса отряд, я думаю, где там мальчик, где мальчики, где мальчики, где мальчики? Выходят одни девочки. Немножко расстроился, потому что здесь работ много мужских, надо что-то пронести, что-то погрузить и так далее. Девочки, значит, девочки. Это пятнашка наша бобруйская, 14 девчонок, довольно-таки приличная помощь для нашего питомника, потому что питомник большой, объем работы большие, и поэтому помощь всегда нужна. Поэтому мы с удовольствием принимаем студентов к нам на помощь и рады их помощи. Это лесное хозяйство. Даже для меня было лес – это дрова и так далее. А это питомник. Здесь они увидели очень много интересного. Как с маленького зернышка, вот видите, вот эти росточки, да, для них тоже было интересно, как за ними ухаживать, и даже как вот эти березки получат. Трудовые навыки они получают. И первые правовые знания, финансовые знания. Тут идет и как зарплата нам будет, и карточки, и с банком они работают. Студенческие отряды – добрая традиция разных поколений. Сегодня движение – хороший способ не только заниматься любимыми увлечениями, оздоровиться, но и приобщиться к рабочим профессиям, к трудовым специальностям, поучаствовать в строительных, сервисных бригадах и, возможно, свою будущую жизнь связать с профессиями, о которых некоторые даже не думали. Белорусские студенческие отряды для молодежи – это новый путь и та основа, на которой они могут становиться и стартовать свою новую взрослую жизнь. Участие в студотрядовском движении очень важно для молодежи. Наши ребята умеют работать, хотят работать и работают на совесть, поэтому пользуются большой популярностью среди работодателей. Студенческий отряд – это вообще очень хороший такой механизм, который позволяет ребятам становиться профессионалами, будущими вообще хорошими квалифицированными специалистами. Все-таки молодежь, она для того, чтобы продвигаться, развиваться. В нашем мире надо больше всего трудиться, то есть учиться много новому. Я думаю, что все-таки стоит этого. На время
студенческого отряда, допустим, 2 недели они отработали или месяц, да, и уже в цеху их замечают, что вот профессиональные навыки, хорошие специалисты, и поэтому мы потом готовы писать гарантийные письма на колледжи, чтобы в последующем распределили их именно к нам. Наши студотряды, они очень коммуникабельны, продуктивные, и они готовы к любым новым совершенствам, действиям. Как сказала Злоб, истинное сокровище для человека – это умение трудиться. Поэтому я считаю, что труд важен, полезен для развития не только физических способностей учащихся, но еще и умственных.